Здравствуйте, в эфире программа «Глас народа». В октябре 2015 года герб Архангельска отметил свое 235-летие. В честь этого знакового события мы спросим горожан, что же, по их мнению, символизирует эмблема нашего города. На гербе Архангельска изображен Михаил Архангел, который бережет наш город от всех врагов. Как сказал Александр Невский, кто с мечом к нам придет, от меча и погибнет. Михаил Архангел побеждает некого змея, черта, зверя. Ну, видимо, то, что добро побеждает зло в Архангельске. Хотя не всегда так. Ну, я думаю, символизирует победу добра над злом. Ну, Михаил Архангел, как будто, понятно, он как бы ассоциируется с названием нашего города. То есть это главный архангел, так сказать, в иерархии. Он символизирует победу чистого русского духа над темнотой, наверное, каким-то невежеством. Или вот, скажем так, про победу благосостояния над какой-то бедностью, неразвитостью края. Да я бы сказал, что, наверное, это красоту, ну а больше я не могу ничего сказать. Ну, во-первых, море, наверное, белое символизирует